Друзья мои, всем огромный привет! Мы находимся сейчас в магазине Оби, Волгоградская область и город Волжский. Не могла вам не показать такую красоту, которую я здесь обнаружила. Я не буду останавливаться на всех вот этих вот растениях, товар, на всех ценах. Я просто вам хочу показать красоту, мимо которой, ну, невозможно пройти. Смотрите, какая это прелесть. Это рододендроны. Ой, ну какой он вообще красивый, он такой прям глаз прям радует. Я не могла, вот знаете, я даже не хотела снимать сегодня, но вот как мимо такого можно пройти? Это вообще... Я вам сейчас скажу на него цену. Не упадите со стула. Цена 4259 рублей. Но он в большом горшке, наверное, литров 10. Может быть, 8, ну вот такой большой. Где-то диаметром, может быть, 70. Но красивый-красивый. Здесь вот такие прям вот цвета все режут глаз. Красота. Вообще, что это такое, я не знаю. Сейчас будем искать. Да, представляете, тоже рододендрон. Такой вот совсем отличается от этих. У этого листа, гляньте, какой крупный. А у этого такой прям, как у ивы. Миленький. Цена его 1400. Такой розовый уже отцветает. Там такой более красный тоже отцветает. Но это просто чудо какое-то. Такое усыпное чудо. Вообще. Так, ну ладно, сейчас я немножко вам покажу. Товар небольшой, знаете, ассортимент покажу, потому что надолго здесь задержаться тоже. Мне нога хромает еще, побаливает ходить. Так, ну вот, гляньте, какой клематис. Ну, здесь здоровый клематис и уже в больших горшках. И этот уже цветет. Представляете, какой большой? Смотрите, вот, мою ладонь. Цена 1700. Но они тут уже переплелись. Я не знаю, как реально их здесь распутать или нет. И гляньте, какой голубой. Если на картинке нарисован, вот, я не знаю, какой из них цветет. Мне кажется, вот этот клематис. Вот этот цветет. Ну, я не знаю, может быть, здесь цвета ему мало. Но он такой красивый. Смотрите, какой он голубенький. Красота. Так, а цена их какая? Угу, цена 449. Друзья, ну вообще, гляньте, сколько клематисов. Обалдеть. Маргарет Хант. Ну, в общем, название там внутри. Я их не смогу даже потревожить, потому что они будут... рваться. Рвать я их не хочу. Там я вот вижу интересный, конечно, такой клематис. Кто-нибудь, если видит, вон там. Что там за клематис такой? Не знаю, название я не вижу. Дарм сел какой-то там. Делихт. Вот, не знаю, прочитала правильно или нет. Так, ну, я сейчас вас еще раз шокирую, подождите. Во-первых, меня в прошлый раз ругали, что я плохо снимаю. Ну, давайте я вам более подробно покажу название. Так, здесь гортензия, макрофилла. Это крупнолистная. Сорта, конечно же, я не вижу. Говорили, может быть, что я сорт не читаю. Потому что здесь ассорти. И вот такая вот красавица. Потом вот такая. А что у нас с ценой? Почему-то ценник тоже отсутствует. Ну ладно. Вот будете меня ругать, но я ни цены не вижу, ни названия. Так что я здесь не виновата. Гортензии метельчатые тоже есть. Вот 699 цена у них. Крупнолистных очень много. Ценник вот на те, которые цветут, не нашла. А вот на эти... 1199. Ну вот я вижу название Виолет. Крутить их как-то все. Я, знаете, ну вот представляете, их все крутить.
Вот что я увидела, название одно и все. Так, ну пойдемте красоту посмотрим. А вот метельчатых тоже очень много, имейте в виду. Вот такие вот 1600. Производитель, я не знаю кто. По-моему, все это импортное. А наверху подешевле. По 700 рублей 3 литра. Ну, в общем, и Лаймлайт, и там видела, и Геркулес. Пойдемте за красотой. Та-дам! Друзья, держите меня трое. Гляньте, какая красота вообще. Обалдеть! Я издалека просто обалдела. Прям огонек красный. Вот такой вот он даже прям на камере сливается. Цвет горит огнем. И еще раз держите меня. Цена 5300. Это вообще... Здесь есть такие вот маленькие, я вам показывала там. Азалия. Азалия у нас 1200. Пойдемте дальше. Ну вот это то, что мы вначале снимали. Вот он. То же самое. Но этот... Это вообще... Посмотрите, какая красота. 4300 стоит. Вот такая красота. Ну, давайте вот здесь название я вижу. Вот название. Прочитали, надеюсь, что видели. Потому что я тоже заметила, что рука дергается. Так. Размывает камера от такой красоты. Ну, вот это просто чудо. Сиреневое чудо. Господи, друзья. 3200 вот такой. Ой, обалдеть. Смотрите. Название. Давайте я вот так сделаю. Это который с крупными, вот с этими, вот, нежно-розовый. Он, вот он, 4300. Вообще прелесть. Даже хочется помолчать и просто полюбоваться красотой такой. 4300. Вот здесь название Гомер Ватерер. Ну, вот такая красота, смотрите. Не знаю, видно, нет? Вообще прелесть. Так, давайте я вам так обзорно покажу всю эту красоту. Красота, правда, да? Яркая такая. И нежная, и яркая пятнышко. Да, вот это мне очень понравилось. Прям вот, как можно, да, быть равнодушным к этому. Вот тоже прям симпатичная. Что это у нас? Юни Фрейды. Прочитала. 5300 цена вот этой красотки. Просто вообще прям... Так, здесь написано, что это уже азалия. Ой, какая красота, такая прелесть, как я люблю все это. Все, вот это вот просто глаз радует.
Голубенький барвинок цветет. Бересклет вот рядышком. Так, здесь гортензия метельчатая фантом. Цена 2900, но большой горшок. И уже растение само тоже большое. И скоро даже бутончики. Видите, уже появились. Ну или появляются. Что за гортензия? Пиви. Пиви. Мы такой не знаем. Странно. Вот так вот, друзья. Это Magical Candle. Тоже Magical Candle. Вот так. Геркулес. Вроде как я вижу геркулес. Limelight. Marshmallow. Кандибель. Bubblegum дальше вижу. А вот что это за пиви? Даже интересно. Надо про нее найти информацию. Что-то я такое не слышала. Мега Перл. Мега Перл. Пиви. Опять Limelight. Друзья, ну вот так вот. В общем, вот такая вот прелесть здесь у нас. Еще раз вернулась к этой красоте. И издалека покажу, как я увидела ту красоту вот так вот. Уважаемые покупатели, мы заботимся о вашей безопасности. Вот такая вот там прелесть. Друзья, здесь также очень много роз. Прям вот очень много. Вот отсюда начинаются. Вот в таких контейнерах. Вижу растение розы, написано микс 399 рублей. Ну, сортов очень много. Снимать каждый я не буду. Вот так обзорно покажу. Приходите в обе и выбирайте. Никого людей нету. Выбор огромный. И вроде качество, но неплохое, я скажу вам. Стараюсь показать, конечно. Там дальше я вижу, даже цветут розочки. Kiss Me Cat. Так. Вот так. Здесь что у нас? Это почвопокровная роза 1700. Там даже, видите, цветет розочка. Здесь тоже 1700. Смотрите. Прям ярко-ярко желтая. Прям вообще горит. А что это у нас за розы? Вот она, по-моему, желтая. Где у нас название? Сейчас вручу ее для вас, то скажете, что я вам не показала название. Но название далеко-далеко, либо его нет. Вот так вот, друзья, нету. Кустовой микс. И все. Так что это кустовая розочка. Так, здесь тоже цветут. Уже вовсю. Здесь тоже. Здесь вообще что-то непонятно. Егорьевский тепличный комбинат. 1400. Вот такая роза. Большая-большая. Смотрите. Очень высокая. Лист уже прям вот крупный. Что за сорт? Я не знаю. И вот такая красная розочка. И вот пионы даже, видите, травянистый, с бутоном. Пион стоит 350.
Так, сейчас обойду вам, покажу поближе. Снова мимо вот такой красоты прохожу. Здесь розы вот такая оранжевая зацветает. Здесь какие-то красненькие. Ну, такой лист здоровый, смотрите. Моя ладонь. И вот такой лист. Что это за розы такие? Интересно. Цветут на штамбах розы. Вот такие вот. Роза румба. The Fairy. Кутберт Бранд. Вот это вот цветет, которое... Ну, вот все, что цветет, я вам показала. И еще смотрите, сколько всего. Только чего нет. И голубика. Это вообще... И там хвойных полно. И клематисы, которые уже даже цветут на бутонах. И по 450. И вот такие большие. Мы покупали клематис в таких пакетиках как-то. Там даже корень не могли найти. Так он такой сейчас у нас мощный, такой крутой, что это вообще обалдеть. Друзья, Даника. Такая поляна зеленая. Зеленая поляна. Туя Даника шариком. Тоже растет, в принципе, мне кажется, быстро. Для шарика миниатюрного вполне. Цена сейчас его 1300. Дэдди. Тини Тим. Ну и, в общем, туи. Смарагды. Вообще малышка. 300 рублей. Сантиметров 30. 10 сантиметров 50. 60. 600 рублей. В питомнике сейчас такая же цена. Здесь побольше и помощнее. Сам кустик по 800 рублей. Он как-то более качественный, что ли. Зеленее, изумрудный прям. Ой, распирает аж дыхание от этой красоты, от стива вот этого вот. Не могу. Большие туи смарагды. Ну, где-то метр. Метр двадцать. Около 2000 прям цена. Здесь что-то как-то на ее не поливали, что ли. Желтая. Вот она в горшке, туя. И она мне уже выше пупка. В общем... Высокие уже, смотрите. Цена 1899, правильно, вот. Друзья, ну вот видите, как много всего. Как вам все показать? Хвойных очень много. И голубые ели. Все это я вам показывала в прошлом видео. В обе, когда была. И сосны красивые. И вот такие вот прекрасные, что это у нас горная Бенджамин. Здесь Чантри Блю. Там вот елочки.